этот раз предлагаю нам с вами детально разобрать тему поиска воды в лесу. Вот ребята, мои подписчики, кто меня давно уже смотрит, привыкли, что для начала мы всегда разбираем методологию, в данном случае вот поиска воды, а уже потом переходим к практической части. То есть по традиции сейчас нас с вами ждет теория. А для начала, то есть вообще давайте с вами разберемся, при каких обстоятельствах может возникнуть потребность в поиске воды. Сразу оговорюсь, особенно для тех, кто смотрит меня впервые, я, упаси Господи, не какой-то там очередной выживальщик, не привык выдумывать вот какие-то экстремальные сценарии, далекие от реальности. Я охотник, человек военный, и в жизни вот привык относиться ко всему с практической стороны вопроса, то есть при минимальных физических затратах и расходе энергии, но при этом с максимальным КПД. То есть стараюсь идти всегда по пути наименьшего сопротивления. Мы с вами разбираем не какие-то гипотетические сценарии, а реальные ситуации, которые могут произойти с каждым человеком в его жизни. Задачи по поиску воды могут возникнуть, скажем, при длительных переходах, в походе в какие-то отдаленные районы, где до ближайшего населенного пункта лежат десятки километров, и вам потребуется обеспечить ваш базовый лагерь водой, постоянным источником воды. А тащить при этом с собой какие-то емкости с водой нецелесообразно в силу серьезного расхода физических сил. Сразу давайте с вами определимся, друзья, что мы не будем заниматься генерацией воды с помощью полиэтиленовых пакетов на ветвях деревьев или где-то на кустарнике, сбором росы, ожиданием дождя и тому подобного. То есть мы с вами не будем добывать воду, а будем именно ее искать в лесу. Я считаю, что вот такие способы по поводу именно добычи воды, вот о которых так часто любят рассказывать выживальщики, они, конечно, может быть справедливы, но, наверное, тогда, когда уже вопрос просто жизни и смерти, и собранная там треть стакана воды за день является просто уже живительной влагой. Нас же с вами интересует именно постоянный источник воды для обеспечения себя водой на протяжении вашего похода. Ну и еще вариант, при котором вам также может потребоваться поиск воды в лесу, это уже история, произошедшая со мной в жизни, когда я столкнулся один на один с проблемой отсутствия воды в лесу и довольно серьезным обезвоживанием организма. Несколько раз мне довелось на себе лично испытать, что такое отсутствие воды при изрядной потере физических сил. Оба раза произошли со мной на охоте, в лесу, на рябчика. В первом случае я просто банально забыл бутылочку с водой в машине, машина осталась на опушке леса и ушел. Во второй раз я, видимо, просто ее потерял, эту бутылочку, либо когда попутно с охотой собирал грибы, где-то просто ее, может, забыл у дерева. И если во втором случае я еще недалеко отдалился от машины, да, от автомобиля, чтобы вернуться за водой, то в первом случае я ушел километров 14-15 вглубь леса, в массив. Это был такой практически на весь день у меня охотничий поход. Вот тогда-то мне и пришлось искать воду в лесу. В тот раз я ушел на охоту на рассвете, это было в 6 утра, а вспомнил про воду лишь часам к 11, когда углубился в лесной массив порядочно, километров на 14 от места стоянки автомобиля, перерыл весь рюкзак, воды нет, вспомнил, что забыл ее на сиденье машины. В общем-то, по пересеченке, вы сами понимаете, истратил очень много сил, плюс потовыделение серьезное, вода выходила из меня очень быстро, обезвоживание. Еще где-то местами тогда росла черника, она меня какое-то время спасала, но полностью утолить жажду никак не получалось. И, в общем-то, я тогда озаботился серьезно поиском воды, и я нашел ее. Сегодня мы с вами смоделируем точно такую же ситуацию, которая приключилась со мной тогда на охоте, и попытаемся найти воду в незнакомом мне лесном массиве. Вообще, давайте сразу с вами определимся, какую воду можно пить, а какую нет. И как это ни странно прозвучит, воду в лесу можно пить практически любую, но только после ее обеззараживания и термической обработки, тут, попросту говоря, кипячения. Исключением лишь будут являться низовые болота, в которых вот вредная микрофлора может сохраняться даже после кипячения воды.
Про обеззараживание, кипячение, это все позже, друзья. Если нам сегодня с вами улыбнется удача и мы найдем воду, я все это покажу. Для начала вообще стоит осмотреться, в каком именно лесу вы находитесь. То есть, если это лиственный лес с травянистой почвой, то в таких лесах, как правило, часто можно встретить какие-то ключи, ручейки и тому подобное. То есть, шансов больше, в отличие от хвойного леса. В хвойном лесу преобладает песчаная почва, но и там тоже вы просто потратите больше времени, но воду вы все равно там тоже, вероятно всего, найдете. В общем-то, на мой взгляд, единственным рабочим и практичным методом является наблюдение за рельефом местности, чем, собственно, я тогда и занимался на охоте при поисках воды. Несмотря на то, что на поиски может уйти не один час, результат все же будет. То есть, вот, грубо говоря, вы идете по лесу и вдруг замечаете, что рельеф начал идти на понижение. То есть такой плавный начинается уклон. И если двигаться в сторону вот этого понижения, то с вероятностью 90%, что через какое-то время вы набредете на какой-то более глубокий, может, овраг, на дне которого будет протекать либо речка лесная, ручеек, ну или, может быть, даже стоячая вода, какое-то озерцо, предположим. Грунтовые воды, они бывают, что залегают не так глубоко под землей и, как правило, имеют какой-то выход на поверхность, наружу. И вот в глубоком овраге, сам глубокий овраг и будет являться этим самым выходом воды на поверхность. Вообще, вот, друзья, уже из моего, так скажем, горького опыта, я вот сколько раз не замечал, следя вот в лесу за рельефом местности, наблюдая, что как только вот пошло на понижение, то вот, ну, 99%, что внизу там будет вода. Но, правда, кстати, не всегда. Бывало, что я находил вот пересохшие ручьи. Грунтовые воды, они сами не всегда находятся на одном каком-то уровне. Бывает, вода понижается, водоносный вот этот слой понижается, и ручей пересыхает. Но, может быть, потом опять поднимается там. И опять наполняется водой русло. Ну что ж, с теорией, наверное, будем с вами закругляться. Так я вроде все объяснил. Да, не обессудьте уж, если чуть-чуть затянуто, но эта вводная обязательно нужна была вам для понимания вообще принципов поиска воды, где она может быть в лесу. И вы поверьте, что если, ну, конечно, не дай бог, вы столкнетесь с такой же, вот, допустим, ситуацией, как и я тогда, то вот эти все вещи, которые я вам рассказал, вы потом о них вспомните, и вам будет намного проще, чем мне тогда. Вот, собственно, переходим с вами к практике. Как я говорил ранее, сегодня я смоделирую ту же самую ситуацию, ну или близко к ней, при которой я тогда на охоте оказался в глухом лесу без капли воды. То есть нас с вами сейчас ждет такой поход без воды. Сейчас, друзья, я нахожусь в лесном массиве, который мне абсолютно неизвестен. Это, как видите, смешанный лес с преобладанием хвойных пород. Я специально перед выездом не стал изучать спутниковые карты. Я абсолютно не знаю, есть ли в этом лесу какие-то ручьи, речки или вообще любые источники воды. Я лишь посмотрел, что протяженность этого массива, она приличная, километров 25 точно. То есть ходить нам с вами не переходить. К этому лесу подходит одна единственная проселочная дорога, по которой я приехал и оставил на ней же свой автомобиль. Сейчас ушел от нее в лес примерно где-то на километр полтора, но перед этим обязательно взял на эту же дорогу аварийный азимут по компасу. Теперь заблудиться, собственно, я не боюсь. Дорога довольно-таки прямая, протяженная. Я на нее всегда выйду, ну а там уже машину найду по приметным местам. И, кстати, вам всегда тоже рекомендую, даже если лесной массив вам знаком, всегда взять аварийный азимут. Кто не знает как, фильмы про ориентирование я снимал. Ссылочка в описании. Смотрите и обязательно не забывайте про это. И сейчас перед самим походом давайте несколько слов я вам покажу то, что я взял с собой из инвентаря. Тут, ребят, все просто. Со мной мой любимый тактический нож, о котором я вам уже рассказывал. Ссылочка в описании, кому интересно. Ну, там не только он, там вообще мои другие ножи. Компас обязательно. И мой любимый походный рюкзачок. Давайте я вам покажу, что в этом рюкзаке у меня. В нашем распоряжении полиэтиленовый пакетик
Всегда беру его с собой на охоту в лес. Ну, рябчик и грибы – это вещь неделимая. Ну и сам рябчик и грибы сюда. А, носочки сменные. Ножик складной, опять же, для грибов всегда пригодится, помимо тактического. Им намного удобней грибы срезать. Веревка. Репеллент от комаров. Армированный скотч. Элементарная аптечка. Я ее вообще практически из рюкзака не вынимаю. Это необходимые антисептики, которые вот могут, ну, первой необходимости. Перекись водорода, йод, активированный уголь, лейкопластырь и вата. Собственно, минимальный набор. Спички и иголка с ниткой. На всякий случай, мало ли, тоже никогда не вынимается. Вот, собственно, и все. Ну да, кроме ружья. Ружье с патронами. Сейчас сезон закрыт охотничий, оно у меня дома. И, слава богу, бабы с воза кобыли легче. Ружье имеет вес и при переходах все-таки ощущается. Поэтому мне даже легче. Это все не занимает много места, это все легкое, но эти вещи вам могут пригодиться. И да, единственный такой вот момент, я взял еще крышку от котелка армейского. Тогда я ее с собой не брал, котелок вообще с собой не беру. Хотя, может быть, и стоило бы. Иногда там, если далеко идешь, то добыл, допустим, рябчика и грибов, можно и суп сварить. Ну, вот сейчас я ее взял для наглядности. Если мы с вами найдем воду, во что-то ее набрать. Хотя, в принципе, я вам потом покажу, она нам даже может и не пригодится. Но вот взял на всякий случай. Вот, собственно, и весь набор. Может, кому-то покажутся некоторые вещи странными. Зачем взял с собой армированный скотч, там, веревку? Я вам так скажу, в охоте, вот ты уходишь в лесной массив, бывают и незнакомые те места практически на весь день. То есть, если это и не полноценный поход с палатками, то это точно такой охотничий поход, и мало ли что может случиться. Это уже из моего опыта, просто те вещи, которые так или иначе могут пригодиться в лесу. В общем, все, друзья, заканчиваю я говорить, выдвигаюсь в путь, вперед, в неизвестность, навстречу приключениям. Единственное, сейчас вот еще засечем с вами время и потом посмотрим, сколько ушло у меня времени на поиски воды. Надеюсь, я ее все-таки найду. Ну что ж, погнали. Время у нас с вами половина 12 почти. Это я уже тут наговорил с вами. В общем, все, выдвигаемся. Обратил внимание, нашел кислицу, друзья. Это вообще вещь, зайчья капуста. В фильме о том, как добыть соль в лесу, я вам о ней рассказывал. Это прямо-таки, это вещь, лесной щавель. Сейчас вот такие хвойные елки, сосны сменились уже более лиственными. Очень много орешника. И вот осока, трава пошла. Вот. Это уже верный знак. Сейчас очень жарко. Время к полудню. Вроде бы я вижу какой-то уклон. Вот не знаю, видно, не видно. Вроде там даже какой-то овраг. Фух, ну.
Ну, слава богу. Не, ну полчаса и вода, это вообще отлично. Сейчас мы попробуем. Вот, впереди овраг. Фух. Лес такой дремучий, нехоженый. Вообще не намек на цивилизацию. Вот так вот, овраг. А внизу, да ладно, да ладно. А внизу только лишь русло. Овраг такой хороший, а внизу только русло. Пересохшей когда-то речки. Обалдеть. Давайте спустимся. Посмотрим. Да, вот оно русло. Вот этот овраг. Лощина. И вода здесь была. И не так давно. Засуха такая, засушливая сейчас, несколько недель, пересох он, пересох, вода шла сверху, ну даже смысла нет идти, если был родник там впереди где-то, то, фуф, он пересох, друзья, вот какие-то, ну это ложные опята, воды растут, и сразу, да, видно, как растительность поменялась, ближе к воде, росло все. Папоротники. Ну, в общем, вот так, друзья. А я вам говорил, кстати, что такое бывает. Фух, так, сейчас я отдышусь. Ну, полчаса, в принципе, что? Я ушел где-то, наверное, еще, ну, не больше километра в лес углубился. А он огромный. Он огромный. Сейчас я на север пойду. Вот, и там дальше посмотрим. Ну, будем еще искать. Нет, в таком лесу, я думаю, вода должна где-то быть. Я не сдаюсь никогда. Да, пока неудача. Время у нас без 15 час. Я уже почти 2 часа хожу. Вот после того оврага я через него перелез, перешел, пошел в сторону севера. А дорога-то, о которой я вам говорил, где машину оставил свою, она на юге. То есть иду ровно в противоположном направлении. В общем, после того оврага с пересохшим источником я больше уклона даже не видел. Я надежды не теряю. Сейчас сижу, ем еловые побеги. Молодые. Мышцы подзабились. Тут такой бурелом. Прямо лес такой нехоженый, дикий. Очень много завалов. Мышцы забились сейчас. А в ней витамин С восстанавливает. Ну и иммунитет. В общем, по ощущениям, уже напоминает именно вот тот случай, когда я на охоте был. Уже пить хочется очень. Тогда черника еще была. Ну, она уже отходила. Вот, но местами была, она очень спасала. А сейчас ягод нет. Вот ничего нет такого. Вот кислицу поел и вот побеги. Еловые побеги вот эти. Всегда лучше брать молодые отросточки. Прямо такие светло-зеленые. В них больше полезных элементов содержится. В общем, сейчас я перекушу побегами и в путь опять. Передохну немножко. Рельеф идет на понижение.
Это очень добрый знак. Иду туда, в сторону понижения. Очень надеюсь, что впереди вода. И растительность такая стала гуще. В принципе, здесь орешника много, я заметил. Но впереди тоже сосны, ели, ну, смешанный лес. Иду в сторону этого уклона. Ну, очень надеюсь, что внизу нас, возможно, с вами ждет вода. Я уже тут измучился по лесу, тоже жарко. Градусов 25 сейчас, наверное. Пить очень хочется, вообще все пересохло во рту. Такая прям жажда. Вот это трава, это влаголюбивая трава, в принципе, типа осока что-то. Ну где-нибудь, ох ты, а вот это вот хвощ, друзья, хвощ вообще недалеко от воды всегда растет. Это хвощ, это тоже очень хороший знак, вот он еще. И прямо такой резкий уклон идет, я сейчас туда вниз иду. Впереди виднеется овраг. Как я и предполагал, в принципе, это всегда так и бывает. На понижение, и потом бах, и резкий овраг. И вот теперь самое интересное. Так, нам бы пролезть тут. Конечно, завалы. О, вот он, лощина очередная. Но этот покруче будет. И там вот, смотрите, вот она, вот опять же, это осока. Вот хвощ. Вот он, много его тут. Папоротники, но это все, это вот верный признак. Ну что, спускаемся туда вниз. Ну вот, друзья, мы внизу, мы с вами внизу. Все заросло, густая растительность, а воды я пока не вижу. Где-то, где ж русло, может, там вот дальше, там опять же такой холм. Ну, в общем, это лощина внизу. О, смотрите, трутовик какой растет. Папоротники здоровые, ну где же? Сейчас через крапиву. Вот, смотрите, осока прям такая, здесь очень влажно. Ну-ка, вот оно, русло же. Фух, есть, друзья. Вот он, лесной ручеек. Прекрасный лесной ручеек. Обалдеть. Мы, в общем, мы сделали это, товарищи. Вода найдена. Время. Сколько так? Половина. Ну да, почти так, 20 минут третьего. Считайте, что... воду мы с вами так вышли половину 12-го, да, 2,5 часа практически, 2:20 я искал воду, нашел ее через 2:20. Ну, лес такой был смешанный. Я очень рад, что этот источник не пересох. Я сижу тут в крапиве, но сейчас лицо хотя бы полосну и дальше с вами будем думать, что с этой водой еще делать. Ее надо подготовить. Хорошо. Что ж, ребят, мне, как и в тот раз, когда я был на охоте, сильно повезло. Я нашел именно лесной ручей с проточной водой. Вот, в вашем же случае это может быть вот эта лощина, может быть со стоячей какой-то водой. Ну, может быть, какое-то озерцо. Главное, чтобы это не было именно низовым болотом таким. Потому что пить воду оттуда, даже после ее термообработки, ну, совсем нежелательно. Это уж на крайний случай. Некоторые источники при этом рекомендуют пройтись вверх по течению такого вот ручья,
И, дескать, дальше вы найдете сам непосредственный исток, то есть какой-то родник. Комаров, конечно, здесь это просто надо сейчас побрызгаться. Вот не зря я с собой в инвентаре взял именно средства от комаров. Вот. Так вот, пройти вверх по течению, и там вы найдете сам родник, из которого уже можно брать воду. В принципе, как бы да, если у вас есть время, и времени много, и силы есть, то вперед, пожалуйста, никто вам это не мешает сделать. Однако, я вот дико в этом сомневаюсь, в таком походе. Во-первых, как бы грунтовые воды могут выходить из самой почвы, то есть из земли. Не обязательно это где-то именно родник в привычном его понимании. Во-вторых, нам абсолютно неизвестна протяженность данного ручья. Вот лес мне вообще не знаком. Я не знаю, куда он идет, откуда берет свой исток. Может быть, там десятки километров, прежде чем я найду этот источник. Физические усилия будут потрачены зря, я считаю. Поэтому вот нашли, воду будем набирать прямо отсюда и дальше ее подготавливать. Еще один немаловажный момент. В общем-то, я тогда вот, вам честно признаюсь, в себе не смог подавить первоначального желания напиться прямо из этого ручья. Вот. Я это и сделал, на свой страх и риск. Но тогда, в принципе, вот тот лес мне был, ну, примерно как бы знаком. Там не было где-то рядом вредных предприятий, посевных полей, которые обрабатывают химикатами, пестицидами, кладбищ и так далее. То есть, где в почву могут проникать вредные химические элементы, соединения и потом попадать в воду. Я напился прямо из ручья, ну, больно уж сильно хотелось пить тогда, утолил жажду. Вот сейчас вот я делать этого не буду. Я вот умыл лицо, голову, ну, жарко шел, весь мокрый, вот, но пить не стал. Тоже такой позыв у меня был предательский, прямо сейчас напиться. Вода студеная такая еще, а пить очень сейчас охота. Подавил в себе этот, потому что я абсолютно, это желание, я абсолютно не знаю, откуда берет свой исток это речка, через что она вообще протекает. Лес мне совсем не знаком, так что сейчас мы с вами займемся подготовкой воды к питью. Вот, друзья, и крышка пригодилась от котелка, все-таки знал. Набираем водичку прямо отсюда. Каждый уважающий себя турист, путешественник, охотник, рыбак, в общем, те люди, которые выбираются на природу, в лес куда-то, особенно надолго, должны обязательно, я считаю, иметь в своем загашнике походную аптечку. Вот я вам недаром ее показал из своих вот этих вот, так скажем, инвентаря. Туда входят антисептики. Там у меня есть йод. В принципе, вода выглядит довольно чистой здесь, как вы заметили. Песчаное дно, песок сам по себе является фильтром. Да плюс ко всему и вода проточная, но я бы все-таки ее обеззаразил. Поэтому мы с вами берем йод, и на 200 грамм воды 2-3 капельки йода будет достаточно. Вот так вот. Раз, да хватит. Вот, далее вот так вот ее размешиваем, перемешиваем хорошенько и оставляем подождать примерно минут на 10. Прошло 10 минут, друзья. После этого воду можно употреблять. Ну, отдает йодом, конечно, но зато я спокоен за свое здоровье. Потому что даже, в принципе, в проточной воде микрофлора вот эта вредная, она может содержаться. А вот дизентерии подхватить сейчас в лесу, это мне совсем не кстати. Я сейчас от души прям. Ваше здоровье, друзья. Теперь рассказываю. Вот крышка, да, это. Я же ее специально для съемок взял. Тогда у меня ее не было. Я не стал уже там заморачиваться, вот, изобретать что-то. И напился от воды оттуда из ручья. Сейчас я вот не рискну. Теперь предположим, что у меня нет ни крышки, ни йода, ни вообще каких-либо антисептиков. Пить очень хочется. А воду надо прокипятить хорошенько. Ее не в чем банально кипятить. Ни кружек, ничего, тары нет. Не беда, друзья. Сейчас мы с вами изготовим котелок из бересты, чтобы
изготовить котелок из бересты, нам, собственно, с вами нужна береза. Вот я нашел такую березу, она, конечно, не совсем молодая, но вообще для того, чтобы снять бересту слой, требуется все-таки молодая береза, лучше выбирать помоложе. У нее кора легче гнется, сгибается, и в то же время вероятность того, что она треснет, меньше. Ну, вот что есть, я ходил, бродил, что-то пока не нашел. Ножом делаем два поперечных надреза вокруг ствола. Не глубокие, 1-2 мм не надо, не больше. Вот так вот, прямо по кругу. Проходим пока так. И вот здесь вот. Теперь делаем, соединяем их продольным надрезом. Поддеваем бересту, подрезаем, если требуется, и потихонечку, аккуратно ее отделяем. Самое главное — это начать. Вот здесь у меня уже у начала чутка треснуло, но ничего страшного. Так, и вот здесь что-то пошло. Не зацепилась она. Вот так. Вот, дальше она легко отходит. И смотрите, вот это вот, вот этот слой, это не ствол дерева. То есть мы не достаем с вами до ствола. Ствол находится под вот этой пробкой. То есть дереву вред не причиняем. Отделяется лишь верхний слой. Потом здесь все так же зарастает корой. И дерево дальше себе преспокойно живет. Ну, здесь вот подрезаем, если требуется, помогаем ему. Дальше она также у нас с вами идет преспокойно. Получилась у нас с вами вот такая вот заготовка. Вот из нее мы сейчас и будем делать котелок. Так, есть. Прищепки готовы. Будем с вами кипятить воду вот не на этой стороне, а вот на этой. Некоторые, я смотрел в Ютубе, тоже ребята показывают, как делать такие котелки, и делают ошибку. Вот с этой стороны дубильных веществ, дегтя больше у березы, чем вот с этой. Поэтому вода будет горчить. Здесь она будет горчить намного меньше. Все равно будет после кипячения, но намного меньше, чем вот с этой стороны. Так что загибаем, да, и углы. Некоторые загибают наружу, вот так вот. Их же надо загибать вовнутрь. То есть вот складываем вот так вот аккуратненько. Главное, старайтесь так, чтобы нигде ничего не треснуло. Поэтому я и говорил, что лучше брать березу помоложе. Вот так вот ее здесь подгибаем и в этой стороне зажимаем нашими с вами прищепками. С вами котелок готов. Поставил распорочки, так как при нагревании береста будет деформироваться и вода может пролиться. Если где-то вы заметили какие-то микротрещинки, ну, есть вот у меня проблемные участки, так скажем, ничего страшного в этом нет. Чуть-чуть будет просачиваться, но в общей сложности вода закипит, и вы ей напьетесь. Пойдемте набирать воду. Вот, водичку набрали, пойдемте готовить костер.
у нас с вами на огне, я все поставил, ждем, пока вода закипит. Значит, есть один нюанс такой, вот я сейчас расскажу, я положил два вот этих поленца сюда, чтобы ветер, когда, чтобы костер как бы, ну, ровно пламя шло, вот, равномерно. А там выкопал ямочку такую небольшую и туда уже дрова сложил. Вот и сам котелок поставил на вот эти две палочки, ну, чтобы тяга была, чтобы тяга создавалась. Если вдруг слишком сильно пламя, то можно с боков обложить землей, травой, тогда как бы поступать не будет. Физику все в школе изучали, понимаете, да, принцип? То есть вода холодная. Бересту вот эту вот она охлаждает, не дает ей прогореть. Сама по себе береста, она тоже, она вот так вот не сгорит. Правда, надо сказать, что это на одно кипячение этого котелка. Если же вы где-то заметили, что чуть-чуть подсачивает, где-то микротрещинка какая-то, это ничего страшного в этом нет. Ну, в конце концов, ребят, мы на природе, это не покупная посуда из магазина. Вот, то, что есть. Прошло 8 минут примерно. Вот видите, вода уже подходит. Начинает потихоньку побулькивать. Пузырьки появляются. Все, сейчас она у нас уже с вами закипит. Еще какие-то прямо минутка и все. Вон, она уже пошла. Забросил, друзья, в воду молодых еловых побегов. Вода закипела, сейчас еще прокипит минутки две. Вот такой самый настоящий лесной чай будем с вами сегодня пробовать. После того, как вода закипела, котелок снимаем и даем время воде остудиться. Ну что ж, друзья, вода у нас с вами остыла. Пришло время ее попить, попробовать. Ой. Но это вообще после такого похода водички такой кипяченой, тепленькой, горяченькой, чаю такого лесного с иголочками. Это в самый раз вообще. Вообще, друзья, вот наши с вами предки, они же раньше из бересты делали себе посуду. То есть, по большому счету, в отсутствии в лесу посуды вы можете изготовить себе по тому же принципу, что я вам и показал, тарелку, ложку и так далее. То есть, вещь, береста, вещь вообще универсальная. Ну, видите, и одноразовый котелок для того, чтобы вскипятить воду, тоже вполне себе. Так что, вдруг, если не дай бог что, ну, забыли, у меня тоже такое часто бывает. Вот, пожалуйста, вам рабочий вариант. В общем, ребят, еще по поводу переноса воды. Водой никогда не пренебрегайте. Вот мне сейчас, в принципе, возвращаться обратно не так далеко. 2-2,5 часа. Я баланс воды восстановил. Дальше уже поеду на машине. Я же воду вообще с собой сегодня никакую. В машине тоже нету, не брал. Ну, там я где-нибудь сельпо какое-нибудь местное будет, водички куплю еще. А если же у вас какой-то ожидает вас длительный переход по времени, то воду целесообразнее всегда взять с собой. Вот из того набора, который я вначале вам показал, вот видели, у меня там был армированный скотч. Обмотали этот же котелок скотчем и сделали ручку и с собой понесли. Ну, таким образом, как бы, чтобы обезопасить себя, ведь неизвестно, найдете ли вы еще где-то источник воды. Так же само, это же касается и пакетика полиэтиленового. Вот так же заметили, черненький пакетик, если он там не дырявый, туда водичку перелил отсюда из котелка и с собой понес. Только аккуратнее, через ветки можете порвать и без воды оказаться. И, наконец, еще такой немножко на отвлеченную тему. Это уже что касается вообще вот ношения всяких фляг и так далее. Вот за весь мой опыт, за все время у меня перебывали разные всякие фляги. И армейская отечественная, и натовская такая там из пластмассы такой безвредной. Вот все это, ребята, оказалось для меня ерундой. И вот, ну не знаю, может кто-то со мной также и согласится, кто-то уже это проходил все.
из вас. Пластиковая бутылка, ничем не заменимая, ребят. Вот 0,5 обычная бутылочка, водички туда чистенько налил, с собой взял и пошел. Она, ну, то есть она, как-то, я не знаю, мне она всегда удобнее, чем какая-либо фляга. Не знаю, почему всегда ношу с собой пластиковую бутылку. Ну что ж, друзья, мы сегодня с вами большие молодцы. Нам удалось найти воду, лесной ручеек. Мы ее обеззаразили, подготовили к употреблению, вскипятили в лесном котелке из бересты. Всегда помните, что без еды человек может прожить довольно-таки долго, а без воды буквально 2-3 дня. Вообще, в качестве совета на будущее, всегда старайтесь изучать спутниковые карты, особенно где, ну, Викимэпи та же самая, где отмечают люди какие-то объекты, в том числе и в лесу, источники воды, даже родники. Это вам во многом сэкономит и сократит время на поиске воды. Обустраивайте лагерь всегда там, где рядом есть источник воды, чтобы голова этим уже не болела. Дальше уже занимайтесь бытом. Желаю, чтобы эта беда с поиском воды вас никогда в жизни не коснулась. Ну а если, не дай бог, коснется, то вы уже будете знать, что делать. Также по традиции желаю вам большущей удачи, незабываемых вам впечатлений от ваших походов, отличного отдыха. Ну и спасибо, что смотрели. Мне еще же предстоит туда наверх часа 2-2,5 топать. Я пошел. Пока, друзья, увидимся.